Золотой фонд города – это люди, пожилые люди, мудрые, с богатым жизненным опытом и воспоминаниями о том, как строилось все, что сегодня нас окружает. Дома, школы, заводы – все их рук дело. В день старшего поколения в концертном зале мэрии для челнинцев, которые сегодня уже на заслуженном отдыхе, устроили праздничный концерт. Творческие коллективы и артисты подарили залу лучшие свои номера. Также приглашенных гостей поздравила заместитель главы города Флёра Андреева. Ваш подвиг на камере для нас является и сегодня примером трудового подвига. Мы низко кланяемся перед вами за ваш труд. Спасибо вам! Проектировали КАМАЗ, город, вот, все базы, работали с людьми, вот, и создавали гигант автомобилестроения и наш город Набережные Челны. А я тылы с детьми держала и тоже на КАМАЗе работала.